Спонсор этого выпуска – официальный магазин лицензионных ключей paybyplay.ru. Заходи, выбирай, покупай и играй. Ссылка на сайт в описании ролика. А чё, ты тоже теперь не в банде, я смотрю. Нет, Россия все в банде. А мне не пишут? Мне не пишут, что ты в банде, что я в банде. Как будто мы все без банды. Всё включат. Это транспортинг, как бы. А, кстати, вы в моем домике появились. Посмотрите на мою елочку, я украсил елочку. Всем вам нравится моя елочка, как вам? А где кнопку, чтобы поссать? Сука, не ссы в моем доме. Дай меня в жопу, я... Я в жопу? А, все нормально. В форме владельца апартамента все игроки попросили. Да, господа, прошу в гараж. Тут я буду вас всех убивать. Тут мы будем воровать в машине, которую нельзя украсть. Ай, хер вам там. Че, ты мне факи показываешь? Я же печенка, знаешь, я могу сделать вот так вот, и такой... Знаешь, круто, когда вы вчетвером едете от полицейских в машине первого лица. Что ты сделаешь, уёба? Пуль непробиваемый. Не надо было машину пуль непробиваемую делать. Заценю, как я могу. Печенка способна на все. А че, куда нам ехать-то? Раздобудьте карга... Раздобудьте каргобоб. Походу, один чувак поэтому свалил просто с сервера. Такой, че? Слушай, ну если мы вдвоем едем, давай лучше машинку побыстрее возьмем. Серьезно? 5 сек. Не, ну а че мы будем как эти, как улитки ехать? Не понимаем, едем, чувак, это что, он воскрес. Ну, мы его можем подобрать. Да нахуй его. Ну нахуй его, я хотел сказать. Одна фраза. Печенка такая въезжает. Ну нахуй его, как бы. Поедем со стилем. Или не поедем со стилем? Со стилем, да. Пош со стилем? В какой машине? Ну, вон так, а сзади тебя, которая... А тебе ветром печеньку не снесет? Я уже снесло печеньку давным-давно. Печеньку я имел в виду. А телочки тащатся от моей снесенной печеньки. Ты такой едешь в кабриолете в виде печеньки, крошки попадают другому чуваку на лобовое стекло просто. Эй, как у тебя дела? О, мне кажется, ты расстроил. Это было лишним, да. Извини, мы больше не будем. А я такой останавливаюсь и так вот делаю. Честно. Да блин, а чё она не работает? Ну вот. Вот так я просто расстроен. Вот это показал. Чё я безоружный? Кстати, это неправильно. Это просто надо, знаешь, так фотку его лица в виде маски печеньки, это просто такая подпись. He's smiling на оптимизм, но он, чё мы где-то летаем? Мне нужно это, как голос ребёночка по Саки. Надо на военную базу ехать, говорят. На военную базу? Ну там-то 100 пудов будет, но здесь он тоже может быть. Да, и типа 100 пудов нас там убьют. А, вообще-то на миссии же нас не должны преследовать копы. Можем долететь до военной базы, так что... Да, на миссии нас не должны преследовать копы. Если там не будет, то поедем на войну. Полетим на войну. Ну, полетим, поедем, какая разница. Откуда я родом, не имеет значения. Главное, чтобы выехать отсюда, теперь вот заезжай сюда, да. Нет, я дилетант и впервые играю в GTA, спасибо. Молодец, что ты запомнил. Дилетант. Какой твой следующий план, дилетант? Мы немного поделаем в круге. И я решил, что будем делать дальше. Можно сказать, crash and display. Причем... Crash and display! Сам плохой, эти штуки теперь нельзя выбить здесь. We're no survivors! Сейчас полетит, смотри. Октопуси! Нет, мы не полетим никуда. А, мы никуда не полетим. То, что тут все исправили. Вау! Я так, вау! Исправили. Да нет, он, наверное, не про то подумал. В смысле? Да, про трамплин исправили, да, что-то трамплин... Нет, трамплин... Ну, трамплин хуйня просто. Это вот мне не нравится, что зачем вот добавлять вот эту хуйню? Эти люди бы могли спокойно проезжать здесь, да? Все и так проезжают. Нет!
Давайте будем портить там жизнь. А тут корабль должен был быть появился. Но тут нихуя. Чекангар тогда. Поехали, возьмем Титана, но Титане прилетел. Я чуть нашего не убил. Потому что он ехал на меня, я такой, че это едет? Если ты его убьешь, то у него жизни больше. Подождите, мне кажется, они сделали так, что в заданиях нихуя не спавнится, нет? Возможно, да. Всегда возможно. И хули тогда нам делать? Добудьте карковол. На военную базу, значит. А, да-да-да, 5 сек, я заспавню нам самолет, и мы все вместе полетим. Печенька в самолете. Печенька в самолете. О-о-о-о, проблемы! Ну, собираешься садиться в этом году? Окей. Первый класс. Че, шампань там раздают? Я заплатил стюардессе, чтобы она вам на лицо пердела. Особые услуги. Это дед стюардессы, мне кажется, она мертва уже. Ай, блин, это японцы летели, они ее переиспользовали. И, короче, они такие, да-да... Кто-то чипсы оставил. Слушай, найс. Вы даже не знаете, что мы сейчас крутились. Давай, давай пойдем в кабину к нему пустить ему на ухо. Я и так все слышу. Ладно, полетели под мостами, чтобы вас убить как можно. Но в этой миссии дают самый легкий способ при прохождении одному украсть корпорт, умереть, забрать его. Че? Короче, звезды нам будут давать еще. Оу, тогда нам нужно был другой транспорт брать. Давайте в автомашку лететь. Окей, мы падаем. Оу! Оу, вау! Я выжил! Дан-дан-дан, да-дан-дан-дан, да-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Да-да-дан-дан. А, кстати, а почему со мной пассажир рядом не ты? А тот чувак. И он стреляет зачем-то. Стуль, ты стреляешь, я тебя сейчас угроблю! Угроблю! Ну все, приготовьтесь тогда высаживаться, если нас стрелять будут. Потому что мы пришли, все. Я выхожу. Пока! Звезды реально дали. Так, а где карта? Нам тоже выйти. Окей, мы падаем. Мы падаем, понимаешь, мы падаем. Я забираю каркабоб. Прошу прощения! Кто-нибудь? Окей! Ганстер. От первого лица охуенно. От первого лица все охуенно. Типа. Нет, блять, я забираю крокобоб. Пиздюк. Ладно, он забрал. Это вы улетаете, я друга возьму, я не хочу с вами лететь. А, нет, тут нихуя нету никого рядом. Быстрее, да. Давай. Он там ладно, давайте тогда я с вами полечу. Окей, ладно. Ладно, там есть другой вертолет. Окей. Удачи. Тут есть военный вертолет рядом. Охуенно, вы заняты. Вау. Ох, вау, эти вертолеты быстрее, чем мои ракеты. Нихера себе. Это было плохо. Я люблю страны Рича. Да, я король многих стран. Вы собираетесь держать джойстик хотя бы у себя в руках? У нас тут есть уже водила. Я там с вами три вертолета сбил. Окей, ладно, сейчас будет третий. А Ластеру нельзя позвонить? Ну, если бы вы догадались, но вообще-то вы вместе, скорее всего, вам не дадут позвонить, когда вместе. Ну, блин, вы улетайте как-нибудь быстрее. Вот, они спавнятся быстрее, чем я успеваю их убивать. Это какие-то люди, на которых у меня целятся. Интересно, мне тебе там краски в салон. Мне кажется, он сейчас в воду специально приземлится. Да он, наверное, не сможет, реально. Я смотрю, он дымится, у него, наверное, еще и двигатель... Прибыл. А там противники, там противники. Да, ну взрывай тогда всех. Они умирают там? Да. Собираешься выходить, может быть, нет? А, я умру сразу, если выйду. Ну а тебе больше пользы будет на земле хотя бы, даже если ты сдохнешь. Окей. Ой. Ай. Я чуть всех перестрелял. А, то забрай контейнер надо. Замечательно. Игра даже не проинформировала, в чем наше задание было изначально. Вау, тут ты живучий. Забирай контейнер. Чувак!
Забирай контейнер! Контейнер внутри, внутри, ему еще нужно залететь туда. Нельзя его как-то подкинуть ему туда вообще. А могу посмотреть, что там? А, пускай залетает. Он дымится, он ничего не сможет. Мне кажется, он его подберет и взорвется. А, надо, может быть, крану сперва вывести его. Нет, он пока все правильно. Контакт? Есть контакт. Есть контакт, да. Да он не сможет, да? Там нельзя его... Да он взорвется там, он вообще не умеет летать. Я забрал. Ох, ебать. Короче, нужен был транспорт какой-то, потому что карго, оно физичное. Да, Вась, иди нахуй. Че, пойдем второй забирать? Ау, больно. Если он дерется. Теперь нужно убрать эту хуйню. Берем как-нибудь. Окей, они приехали теперь бить нас? Ром, подбери меня. Я тебе подберу. Сейчас, сука, ракета тебе, сука, всем. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Окей, теперь садись, да, и я к тебе сяду. Там еще один, стой. Я сейчас умру. Как ты могу зацепляться, что ли? Блять, быстрей. Ну, теперь иду. Я, скорее всего... Все, теперь можно сесть. Фу. Ну, я сдохну. Я рад, что ты мне помогаешь. А, да мне кажется, единственный, кто хочет пройти эту миссию, это я. Единственный, кто вообще проходит. Давай. Во-первых, нам нужно, наверное, как-то его оттолкнуть оттуда. Потому что эти из-за этого сраного каркобоба даже сам туда не влечу. Не-не-не, я могу взять какой-нибудь джип, что-нибудь типа того, и просто откинуть его. Видишь, он трясется. Он упал. В чем там была проблема? Из-за того, что балка была? Да, там туда тяжело залететь. Ой, блин, дилетанты. Ладно. Там есть хрень, которая контейнеры тащит справа возле ангара. Чё? А, нужно было вначале типа раздвинуть все это. Обохону. А где она? Вот ты высаживайся здесь и решай, как этот контейнер отсюда вытащить. Okay. А ты вообще-то... Это ты виноват, что ты не оставил. Я говорю, высаживайся в плане как план, ты высадишься. Я не говорю, эй, выпрыгивай быстро! Не было такого фразы, выпрыгивай и умирай, и убивай себя, как бы. Ну, легче, наверное, перезапустить уже или нет? Или... Да, да, легче перезапустить. Ну, если ты хочешь полетать и один все сделать, попробуй. Ну, я обычно один все равно все это делаю, но... Кажется, я даже смогу все равно выполнить эту вещь. Не обязательно, мне не нужно. Чувак вышел. Все засрал и вышел. Вот, помощь. Там была, кстати, до этого крутая миссия такая, достаточно сложная. И я там пытался на танке, я притащил туда танк. То есть привез его туда. И пока я это все делал, вся моя команда сдохла, потому что не 20 уровня. Кто любит умирать-то? А вы все любите умирать. Именно с такой фразой, такая фразина, с такой интонацией, такой ромпров. Представь, что там шестистолки просто так всех косит. И лицо Печенко просто. Да. Да вы все любите умирать. Тут нету вертолетов. Во-первых. Во-вторых, у меня теперь нету преследования на мне. Видите? Я летаю, здесь нету ни вертолетов, ничего, и нет преследования. Миссия сломана. Да. А, кстати, даже машин нету, вы заметили? Да, сумеречная зона. Мы вылетели. Окей, это было круто. Ничего, так, я погнал сзади. Он машину поедет. Я такой, ну я сел тарелку, я все еще жив. Ладно, я просто в башню улечу. Не пройдено. У вас закончились жизни. Вот так и так и в жизни тоже. Ты умираешь один раз, тебе говорят. О, все равно деньги дай. Около въезда есть парочка каргобобов. Где? Около въезда были, говорят. И что, нельзя было раньше это написать? What the fuck?
теперь видим через маску. Через печеньку мы сейчас смотрели через печеньку. А что нам никого не пригласили? Окей, значит ты и я только, понимаешь? Я на тебя очень надеюсь, что ты не проиграешь в этот раз. Ты вообще умеешь летать с крокобобом? Да. Лезь! Лезь! Поехали. Кто быстрее? Куда поехали? Что ты... Блин, ты уже что-то забрал? Ну, надо как-то... Да, я лечу к тебе вообще-то, потому что ты как аутист взял и уехал, вместо того, чтобы... А, ты что-то взял, что ли? Я кричал, лезь! А ты такой, я поехал! Ну, я там своими мыслями. Нет, сука. Офигенно вообще. Просто офигенно. Только сел, инфаркт и все. А, Рома, я иду. Вот он я. Я вижу. А знаешь, я от первого лица, мы с Ромой дрались, он был на этом самолете, он нас взрывал, мы бегали от него, я такой, иди на меня! Я беру С4 в первой руке. Иди на меня! Он начинает меня стрелять, я просто бегу от первого лица летал. Взрывы мимо меня, я кидаю ему С4, взрываю. А знаешь, это бы не прошло, если бы я был на истребителе. А ты, кстати, выложил этот ролик с этим момент? Да, это уже вышло. А, блин, я от первого лица только не выкладывал. Он у меня есть там запись где-то. Но этот ролик конкретно выходил уже, да. Мне надо запись отдельно выложить, просто сказать, какой бэдэс. И включить и музыку из Гуран Лагана или из этого Skill La Kill поставить. Такая. А ты не видел, у меня совершенно шикарная запись того, как я летал на самолетах во время стрима своего. Нет. И там просто карта, где ты летаешь на самолетах. И до 30 человек. Но мы не набрали 30 человек. Я, кстати, поставь мне, где военная база. Там совершенно шикарный момент, когда взрывается... Я взрываю случайно один самолет, потом второй самолет. Делаю петлю, на меня падает кусок крыла, я уворачиваюсь от пальмы и вышиваю, и лечу дальше. Это все записал, да? Да, и... Ну, там, да, там смешной момент. Он экстримчик, там можно найти. Экстрим. Extreme Ways, но там, again. Там как бы экс-стримчик в формате типа прошлый стрим, но и в формате как экстремальный стрим. Ну, короче, зайдите там, посмотрите, по-моему, это называется охуенное пилотирование. Охуенное. Охуенное пилотирование. Я там охуенно пилотирую. Слышь, ты чё, охуел что ли? Ты посмотри на этот. На закат, рассвет. Где-то ночь где-то тут купил, кстати, себе новый особняк, видели? Печенька держится за штурвалом. Видели новости о том, что ночь купил себе особняк за 70 миллионов? Нормальное вложение. Все-таки, сука, блядь, ты чё купил дом? Но он да, и при этом я не пойму вообще, у кого какие проблемы с тем, что ночь купил этот особняк. У него 1,4 миллиарда долларов. 2,2 миллиарда. Нет, конкретно его доли 1,4, по-моему. 1,4 миллиарда. 1,4 миллиарда долларов, и он потратил 70 миллионов, это сколько, это меньше 5%, наверное. Он тем более их не просрал, он вложился, поэтому... Да, и он их не то, чтобы вот именно куда-то просрал, там, я не знаю, такой, это, в казино пошел, все на черное. 70 миллионов. Это, ну ты сбрасывайся, там он будет вертолет, вон он. Вон, вижу, да. Я ушел. Я, короче, улетаю. Extreme Ways Backend Opportunity. Привет! А, я вижу один. А, два. Окей, это все те же самые. Они всегда два вот этих чувака исполняются. Вау, они просто мимо них летят. Вау, это было красиво, кстати. А я смотрю, я как раз от третьего лица смотрю ради этого. Быстрее улетай, все. Теперь они за мной летят уже. А еще один летит. Это за мной уже будет. Должен быть. Не, летит за мной, тварь. Ай, какие они тупые. Ой, я надеюсь, что они в тебя не прилетят таким образом. А, они спавнятся, что ли, реально? Что-то еще один появился прям сразу. Ну ты лети тогда, продолжай, я буду снимать. Продолжай улетать. Как трупы летят. О, окей. Я-то сам еще не домлюсь, нет. Вау, чувак увернулся. Ой, там он увернулся. Профессиональный коп. Не такой профессиональный, чтобы вернуться от трех ракет. Че, это... Ночной город круто выглядит. Короче, я лечу, перестреляю сейчас там всех, и... Я надеюсь, мне не скажут, что я слишком рано стал стрелять по всем. Ну-ка.
Premature firing. Давай там, расстреляй их по-быстрому. По-быстрому. Давай, мочи их там все. Так, а ты взорвал груз. Кто бы мог подумать, что я могу это сделать? Точно. Вау, они такие точные. Не уйдет от полиции, чё? Нам копы, что ли, что-то дали? Прикольно так. Блять, нам опять нужно уйти от полиции. Что ну, у него все нормально. Так мы, блин, мы почти могли бы сейчас, тебе нужно было подлететь, и тогда я только должен был начать стрелять. Я уже дымлюсь. Замечательно. Ладно. Кому говорят, мне нужно уйти от полиции или тебе? Подождите, пока ваша команда не уйдет от полиции. Ты не, не ты не, тебя не преследует. Я не в теме, да. Отлично, значит я уйду сейчас от полиции, подожди. Okay. Ничего не делай. Не подлетай туда. Ой, каждый раз, когда я прицеливаюсь, вот это начинает. У меня сейчас еще взорвите, да? Какого фига? Вау, what the fuck? Они не полицейские. Отсоси, блять, да ты. Ты хуже злодея какого-то в американском боевике. Отсоси! Вау, ты опять вернулся! Да сколько можно? Ебать, просто я тебя из пулемета убью. Без прицеливания ракеты убью тебя, понятно? Сука, без прицеливания. Окей, ладно, без прицеливания вообще просто. Какого фига они полицейские? Они же не полицейские. Вы что нам за ним, за них что-то даю? Фигня какая-то полная. Потому что мы взрываем рядом, они даже просто из-за шума люди недовольны. Прям как соседи. Ты ушел от полиции? Ну, я как бы улетел, да, чтобы они меня не поймали. Слушай, а сюда забираться? Мне легче. Окей, у меня просто сломался двигатель. Мне нужно на крышу пересесть. И позвонить Лестеру. Или Лестер не даст. Лестер Гундосина? А это кто миссию давал? Ох, да, Лестер дал. Ну типа он не дает на своих миссиях? Да. Может я уйду от полиции, потому что я на крыше, куда копы не могут залезть на самом деле. Я тоже. Теперь. Ладно, я попробую. А, я ушел от полиции. Я проверю, могу ли я Лестеру писануть. Лестер не отвечает просто. Hey guys, please teach me to speak English. Да, тебя-то teach точно me. Надо затичить. Please teach me. Unteach me, да. Teach. Давай. Ты там от полиции? Блять, хочешь? Какого хуя? Ты чё? Ты... Вот, то что, лестница есть, что ли? Откуда? Окей. Ну, удачи вам. Extreme Ways. Такая просто Меченко мертвая лежит. Как в конце Шрека этого второго такой. Влетай просто туда, забирай ящик и улетай. Как начать? Просто похуй на всех, да? Да, давай. Изи. Изи, как-то. Я там убил передних все равно. Не-не-не, не надо повышать! Держи на одном уровне, да, и теперь назад! What the fuck, ты едешь вперед, ты чё? Давай, просто поднимайся и улетай нахуй оттуда. Мне очень... Я поднимайся, катаюсь, поднимайся. Окей, отлично. Я сделал это, блядь, я даже... Я это не видел. Ты не видел, да? Осторожно, в мост не врежься. Теперь ты, главное, должен аккуратно его еще выкинуть на точку. Теперь у меня играет на-на-на-на-на-на-на-на. Че, я думаю, ты можешь бросить. Он сам бросил. Слава богу. Я не хотел больше проходить. Ну, это, конечно, не особо стоило того, но 85 уровень. У меня скоро 42 будет. 42!